добрый вечер. Сегодня еще об одном блестящем представителе русского модернизма, но писатель совершенно иного толка, нежели, скажем, Борис Константинович Зайцев. Писателя, скорее, антагониста Зайцева. Несмотря на то, что в целом оба они принадлежат одной и той же литературно-философской школе. Но вот жизнь их развела совершенно, хотя и пересекались они в жизни очень часто, и оба в конечном итоге оказались в эмиграции, где, в общем-то, оба и завершили свою жизнь, но были людьми совершенно разноплановыми. В этом-то и как раз состоит величие русского модернизма. Русский модернизм никогда не представлял собой явление целостного. Он распадался на такое множество самых противоречивых, самых несовпадающих по сути своей течений, что в конечном итоге превратился в целый океан творческих судеб, творческих стремлений людей совершенно разной органики, разной природы, которые в конечном итоге опять-таки становились, в общем-то, единомышленниками. Потому что все они искали новой судьбы для России, для русского народа. Вопрос не в том, что они его искали иногда не там. Вопрос не в том, что они его в конечном итоге не нашли. Вопрос в том, что этот поиск не привел в конечном итоге к появлению нового направления более высокой художественной ценности, а сменился весьма грустным постмодернизмом. И открыл таким образом дорогу массовой культуре. Впрочем, именно этот писатель, о котором мы будем говорить сегодня, в своих многочисленных произведениях, касающихся вопросов литературного модернизма, предсказывал некоторые моменты, ожидаемые моменты зарождения новой постмодернистской культуры, которая придет на смену культуре модернизма. Собственно, он во всем пытался найти перспективу, увидеть ее, разложить по полочкам и поведать своему читателю, слушателю о том, что исходы будущего туманны, что они вырастают из такого же тревожного прошлого, что человек скорее достоин иронии, нежели достоин пристального внимания и почтения. Скептическое отношение к тому, что он писал, во многом роднит его с его учеником, фактически, Михаилом Зощенко, о котором мы будем говорить на наших следующих встречах. А этого писателя многие из нас, конечно, знают, читали его произведения, прежде всего, известнейший роман «Мы», который открыл дорогу целому направлению в литературе, в том числе литературе фантастической, которую мы сегодня называем антиутопией. Мы, конечно, говорим об Евгении Ивановиче Замятине. Родился этот писатель
в 1884 году, поэтому он принадлежал естественным совершенно образом к раннему поколению русских модернистов. Он был несколько старше того поколения, которое пришло следом, которое в основном обретало новые черты в послевоенный, послереволюционный период. И, конечно, был старше того молодого революционного поколения, которое затем реализуется в социалистическом реализме, реализуется как советское писательство. И это обстоятельство ставило его в своеобразное положение, как и всех его современников. Он должен был сделать в условиях России выбор в пользу того, изменить ли ему собственным принципам, которые сложились еще, безусловно, сложились в дореволюционной России, в России конца 19 века, стать человеком новой формации, либо бежать от новой реальности на Запад, что и в конечном итоге произошло. Это вдвойне сложное обстоятельство, учитывая, что Евгений Иванович Замятин активный участник революционного процесса. Он начинает свое участие в различных волнениях революционных непосредственно в момент их возникновения, то есть в революции 1905 года. Он фактически репрессирован царским режимом, он отбывал соответствующее наказание, он был выслан. Как мы могли бы сейчас сказать, он исправился, направил все усилия на писательскую стезю. Но, тем не менее, вот это революционное прошлое дает ему очень яркую и понятную характеристику. И оно, безусловно, присутствует в его революционном по духу творчестве, о котором мы и будем сегодня говорить. Если обращаться к биографии, то есть хорошие автобиографические очерки, есть составленные на основе этих автобиографий и анализа произведений литературоведческие работы о творчестве Замятина. Причем не только в России, но и за рубежом. Обращаясь к биографии писателя, мы, конечно, можем выделить несколько принципиальных моментов, которые, наверное, являются определяющими в его личной жизни, характере и творчестве. Первое начало, так сказать, связанное с его литературой как чисто русской литературой, к которой он был привязан органически как к русскому литературному языку, так и к форме литературной, которая впоследствии, мы будем об этом говорить, реализовалась даже в его преподавательской деятельности, когда он руководил писательским кружком «Серапионовы братья». Был одним из ведущих членов этого объединения литературного. А также вторая сторона – это, конечно, период его зрелости, его молодости, вернее, который, в общем-то, совпадает с началом революционной активности, и неизбежно студент Замятин должен был быть вовлечен в эти процессы, которые происходили в то время в России.
Мы должны отметить, что начало жизни Евгения Замятина, прежде всего его семья в уездном городе Лебедяне, где его отец был священником местной церкви, одновременно преподавал в гимназии, и, вернее, в прогимназии, если быть окончательно достоверными нам. И, конечно, это определило и семейный уклад, и характер жизни молодого, юного Евгения Замятина, и последующую его ученическую часть жизни, которая произошла в этой прогимназии, и затем дальнейшее его движение, вот так скажем, в несколько неожиданном направлении. Сначала инженерно-техническом, а затем уже гуманитарно-писательском. Хотя все эти направления на протяжении всей жизни писателя практически соприкасались, и так или иначе он был человеком, что называется, многих дарований, и одновременно занимался и инженерным делом, и наукой, и преподаванием, и художественным писательством, литературой. Ну, а будучи литератором, он в том числе был и драматургом, и это тоже публицистом, и это тоже были его способы самореализации творческой. И в этом плане мы, конечно, должны отметить широчайшие взгляды на человека и на общество, которые именно и позволили Евгению Замятину, с одной стороны, обращаться к далекому прошлому и исследовать психологизм событий и поступков исторических персонажей, как это он, в общем-то, делал в незавершенном своем романе «Аттила», и одновременно исследовать будущее невероятное в своем футуристическом романе «Мы». Если говорить о языке и форме творчества Евгения Замятина, мы должны, наверное, отметить то, что он был, скорее всего, писателем все-таки синтетического модернизма. У него при его богатом знании всех существующих на тот момент направлений русского модернизма, хотя он не был, конечно, поэтом, вот при богатом этом знании этой природы он всячески использовал эти особенности для конструирования, строительства своих произведений. В чем его, в частности, упрекал и Максим Горький, который говорил о некотором инженерном процессе писательства Замятина, конструкторском подходе к его литературе. Но на самом деле мы сегодня понимаем, что язык Замятина-модерниста был невероятно изобретателен. Его конструктивные формы, его писательство предвосхитили очень многие способы писательства, свойственные позднему модернизму, и даже постмодернизму, и даже современной литературе в некоторой степени, в том числе и неореалистской. И не случайно Евгений Замятин в своих лекциях относил себя к новореалистам, так называемым. Это, собственно, его термин. Он включает в эту группу, помимо себя, целую большую группу писателей, которые по возрасту совпадают с ним и которые, в общем-то, образуют отдельное крыло русского модернизма.
не перечисляя их, так сказать, ну, достаточно упомянуть Ремезова, скажем, и так далее, которые, в общем-то, создают новый, конструируют новый русский литературный язык, модернистский язык. Это в конечном итоге и белые, и многие другие, но вот в этом конструктивизме Замятин, так сказать, является одной из самых заметных фигур русского модернизма. Писать Замятин начинает приблизительно лет около 20. Это пробы пера, это рассказы, что, в общем, свойственно всем литераторам российским конца 19-го, начала 20 века, которые публикуются в журнальных вариантах, которые сразу вызывают пристальный интерес к писателю и со стороны читающей публики, и со стороны собратьев по перу, и со стороны критики, которые видят появление нового совершенно персонажа в русском литературном процессе. Когда Замятин читает свои произведения в клубах, где всегда интерес к новой литературе был очевиден, в том числе и со стороны других его собратьев по перу, его непрерывно призывают читать на бис. Воспоминания о Корнее Чуковском, который, слушая выступление Замятина, перемещается между рядами и говорит: ну каково, новый Гоголь родился. Вот не менее чем это та характеристика Замятина, которая свойственна этому началу этой литературной жизни. Итак, революционный период. Революционный период, как всегда, студенческий, связан он с обучением в Ленинградском, в Петербургском, прошу прощения, на ту пору политехническом институте. Как пишет сам Замятин, в питерском политехникуме, альма-матер очень многих выдающихся российских техников, инженеров, и вместе с тем одно из гнезд революционных, которое всегда вызывало пристальное внимание охранки. Здесь очень активная фаза, свойственная любой юности, нигилистически настроенная. Это вплоть до, так сказать, банки с пероксилином, которая хранится на подоконнике. Арест, так сказать, камера, тюрьма, высылка из Петербурга. Отделался молодой человек тогда, ну, прямо скажем, очень небольшим наказанием. Могло быть все гораздо хуже и страшнее. Но вот достаточно длительный период продолжается вот эта активность. Она активность внутренняя, противоречивая. Она, с одной стороны, так сказать, все-таки желание получить, завершить свое обучение, получить инженерное образование, что ориентирует на некоторую лояльность. А с другой стороны, внутренняя вот эта противоречивость, очень открытое противостояние всем бедам и всему тому злу, который наблюдает писатель в общественной жизни. Поэтому, несмотря на то, что он завершает образование, блестяще причем, остается на кафедре, становится преподавателем политехнического института по кафедре кораблестроения, тем не менее
Вот вся эта, так сказать, продолжающая, уже начавшаяся литературная активность порождает такие произведения, которые вызывают сомнения политических надзорных органов и его благонадежности. Но он умудряется опять-таки вернуться в Петербург. Здесь уже он выходит из партии социалистов и начинает вплотную заниматься уже в большей степени литературной деятельностью и одновременно инженерной своей теорией практикой. То есть продолжает и отчасти преподавательскую деятельность. Затем уезжает на стажировку и работу в Англию, где в Глазго занимается строительством крупных пароходов для северного пароходства. И одновременно здесь формируется в этих процессах несколько иной взгляд Замятина на общественное устройство, на природу социальных отношений в обществе, в сравнении с российскими реалиями, в сравнении с английскими реалиями, отчасти с немецкими реалиями. И вот этот аналитический подход к общественной жизни, собственно, с одной стороны, появляются соответствующие произведения, рассказывающие нам о нравах там, британцев, которые очень созвучны порою, я бы так вот выразился, произведением такого характера, которые присущи, скажем, Джерому Клапке Джерому, каким-то другим автором, имеющий острый сатирический взгляд на реалии уже английской жизни. Это вот его повесть «Островитяне». Ну и затем появляются и другие произведения самого широкого плана. Замятин, безусловно, учитывая его прошлое, очень открыто встречает революцию, включается во многие процессы, литературные прежде всего процессы. Инженерное его прошлое уже, в общем-то, где-то забыто, скорее всего. Он погружается вот в работу с новыми литераторами, с Серапионовыми братьями, создает соответствующее при участии многих совершенно в будущем корифеев советской литературы вот этот кружок литературный, преподает в педагогическом институте имени Герцена в Петербурге, в Ленинграде уже. И все эти процессы, которые происходят, это вот уже процессы другого совершенно плана. Начинается его драматургическая деятельность, и затем приблизительно к 27-му году, уже когда выходит, собственно, роман «Мы», когда выходит несколько других работ такого же приблизительно плана, которые показывают социальное устройство в невыгодном, не доктринальном советском виде, не так, как этого уже, в общем-то, требует концепция социалистического реализма. Это, как мы понимаем, уже отчасти субъективизм, отчасти это и уже и метафизика какая-то появляется в его литературе, которая уже разводит его фактически с соцреализмом, вызывает пристальное внимание, опять-таки, правоохранительной системы уже советской, ВЧК,
его арестовывают, отпускают, ставят под негласный надзор, ограничивают его публикации. Замятин пишет письмо Сталину с просьбой отправить его за рубеж. Не просто отправить, а отправить его фактически в ссылку заграничную. Речь идет о выдворении в этом письме, и его ходатайство удовлетворяется. Кстати, об этом же примерно сказано в некоторых протоколах ВЧК, которые были составлены за несколько лет до этого, и где говорилось, что, скорее всего, надо отправить Замятина, этого господина с белогвардейскими уклонистскими такими тенденциями, за границу. Замятин живет за рубежом, но это уже будет другая история, поэтому мы сегодня поговорим о произведениях, его которые написаны в советский период. Значит, что касается издательских дел. Замятин публиковался, конечно, и до революции, и во время революции, и после революции. Долго не публиковался в Советском Союзе, публиковался в «Новой России». Было издано 5-томное собрание сочинений. У нас оно в библиотеке представлено. Значит, также издательство «Русская книга», Москва, 2003 год. Сегодня мы поговорим о двух первых томах этого собрания сочинений. Первый том имеет обобщенное название «Уездное». Это, собственно, название сборника рассказов первого, который был опубликован Замятиным в дореволюционной еще России. Он критически, в очень нетрадиционной манере, в нетрадиционной форме для реалистической, в общем-то, литературы, рассказывает о жизни, бытованиях среднего класса, мещан по существу, в уездном городе, в типичном уездном городе России. И очень, на самом деле, веселая и такая, ну, скажем прямо, очень нетрадиционная форма представления, которая сразу вызывает интерес к работе писателя. Здесь же опубликованы более поздние произведения, повести, рассказы Евгения Ивановича Замятина. Это вот его повесть уже позднего советского периода. Это «Колумб», и «Островитяне», и «Австралиец», ну и на самом деле многие другие, которые относятся к более поздним периодам творчества этого писателя. Здесь же есть его биография, которая, ну, дает нам, автобиография, которая дает нам представление о довольно-таки ироничном взгляде Евгения Ивановича Замятина на собственное прошлое, на свою деятельность, на свои искания и метания, которые так свойственны были его жизни до периода эмиграции. И следующий, второй том, здесь включены прозаические произведения писателя. Значит, «Большим детям сказки» – это парафраз такой комплементарный очень в сторону Ремезова, или, может быть, наоборот, но, учитывая, что все-таки Ремезов несколько более старший писатель, то, скорее всего, это вот перекличка такая между ними. «Ангел Дармидон», «Бог», «Дрянь мальчишка», первая сказка про Фиту, вторая, третья и последняя сказка про Фиту и так далее. И повести, рассказы тоже из различных периодов жизни писателя. И два романа «Мы и бич Божий».
Бич Божий – это иное название романа об Атилле, который, в общем-то, надо сказать, Замятин пишет на протяжении всей жизни, пытается возвратиться к нему, но так и не завершает. Ну, роман «Мы» не нуждается в представлении. Я думаю, что большинство наших читателей хотя бы, так сказать, имманентно с ним знакомы. Биографические очерки Майер, Чехов, Шеридан и публицистика, шутейное обращение, значит, вот приветственное слово к 50-летнему юбилею Горького, ну и паноптикум, так называемый. То есть вот здесь же приведено письмо Сталину, то самое упомянутое нами, с просьбой о высылке его из Советской России, и многие другие, так сказать, интересные литературные эксперименты Евгения Ивановича Замятина. Мы, конечно, могли бы и должны бы, наверное, все-таки сказать несколько слов о антиутопии «Мы», поскольку все-таки, как я уже сказал, этот роман знаменует все-таки собой появление совершенно очевидно нового направления в современной, в том числе, литературе. Не говоря уже о том, что, так сказать, восприемники, последователи этого произведения известны всему миру. Это и Оуэрл, это и, конечно, Олдос Хаксли. Кстати, Хаксли писал честно и прямо, что он обратился следом именно за Замятиным, за Замятинским «Мы», к исследованию темы будущего в своих последующих произведениях, которые посвящены были этой теме. И мы, кстати, потом будем говорить и о творчестве Оуэрла, и о творчестве Хаксли, и, возможно, проанализируем некие преемственные вопросы, некоторую преемственность, которая возникает из романа «Мы». Является ли роман «Мы» пародией на советскую реальность или постсоветскую реальность? На мой взгляд, сомнительно. На мой взгляд, скорее всего, это синтетическое восприятие Евгением Ивановичем Замятиным вот в очень критическом угле зрения, которое было ему свойственно на социальные отношения, восприятие всех процессов, которые он наблюдал не только в России, но и за рубежом, а мы уже об этом говорили, прежде всего в Англии, когда он видит за машинизацией, как он ее понимает, а на самом деле за техническим, научно-техническим прогрессом, за технологическими инновациями, очевидными совершенно, трансформацию общественных устоев. Он видит то, о чем позднее уже с научных или там с не совсем научных позиций начинают говорить постгуманисты, и видят, в общем-то, проблему целиком, не проблему, так сказать, формализации и проблему обюрократчивания системы управления обществом конкретно в России, как это, в общем-то, видели его критики и, собственно, надзорная система и политическая система Советской России. А видит он вот эти процессы, так сказать, как процессы, свойственные отдаленному будущему, возможно, нашему будущему, возможно, тому будущему, которое будет после нас, которое и показывает вот это расчеловечивание человека в условиях
технического прогресса.